Здравствуйте, коллеги! Наш пресс-центр продолжает свою работу на выставке Mapic Russia. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Добрый день, компания EDG Group. Меня зовут Анна Попаскири. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, чем занимается ваша компания? Наша компания занимается самым масштабным проектом на рынке. Это реконструкция кинотеатров в современные районные центры. И под единым брендом «Место встречи». У нас уже 8 открытых действующих районов центров. Скажите, пожалуйста, вы как профессионал, как себя чувствует рынок, как он оправился ли от предыдущего года, насколько виден рост, как мы надеемся, или, может быть, наоборот, роста пока еще не наблюдается? Ну, на тему оправиться, наверное, однозначно сказать точно нельзя. Для каждой категории товаров степень того, как они отправились, она точно будет разная. Что касается рынка, он живой, это самое главное. У нас встречи проходят каждые полчаса, мы здесь присутствуем командой более чем 20 человек, и все заняты, а это классно. Учитывая прошлый год, каким он выдался для всех, то, что приходят ритейлеры, рассказывают о своих планах развития, и мы обсуждаем проекты, вход в проекты, это говорит о том, что будущее у нас точно есть, совершенно точно. И это замечательно, такой позитивный взгляд на будущее всегда нас радует. Расскажите, пожалуйста, как вам выставка? Может быть, какие-то интересные стенды вы уже успели посмотреть? Может быть, какие-то интересные решения? Может быть, наметили себе каких-то интересных спикеров? Ну, выставка количественно пока выглядит так, что сократилась, вот, но тем не менее народа много. Видим ритейлеров, которые начали тоже делать активно, правда, уже не первый год свои стенды. Это тоже характеристика того, что рынок скорее жив. По поводу стендов, ну, все каждый год стараются предложить что-то новое. Мы традиционно проводим мероприятия, у нас каждый день в 11 часов на стенде проходит наше собственное мероприятие, наши спикеры компании рассказывают. Сегодня была тема трендов, диджитализации, маркетинга, общение с покупателем. Завтра расскажем про досуг, современные форматы. И в последний день выставки расскажем про новые тренды в сегменте бьюти-индустрии. Вот. Все о себе точно совершенно заботятся, вот. Поэтому видим в этом огромный потенциал. Как интересно. Давайте скажем, может быть, где найти ваш стенд, чтобы вас точно все сразу же нашли. Нас сложно не заметить, мы сразу при входе. Центральные первые. Самое проходимое место. Спасибо вам большое за интересное общение и надеюсь до встречи в следующем году. До новых встреч!